Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «Букет». «Букет алых роз тебе я принес. Цветы ты взяла, меня обняла. В кафе мы пошли и сели за стол. Ах, как же я рад, что тебя я нашел. Тебе я дарю чудесный букет. Веселью души окончания нет. Спасибо. Дарите цветы, господа. Дамы это очень любят».